Не попадите в капкан своих завышенных ожиданий и заблуждений. Если вы не смогли что-то реализовать и чему-то научиться, а теперь пытаетесь этому изо всех сил научить вашего ребенка, вы должны спросить себя, а точно ли ему это надо? Приносит ли ему это радость? Задавайте себе этот вопрос где-нибудь неделю или даже две и наблюдайте за ребенком. И если вы увидите, что этот процесс обучения приносит ему больше негативных эмоций, то вы должны знать, что вы пытаетесь оправдать свои ожидания. Это не ребенка навыки, а это ваши навыки и ваши мечты. Помните, что каждый ребенок, он приходит со своим характером и со своей задачей жизни. Иногда она может не совпадать с вашей. Я Нина Шевчук, здесь про эффективное обучение детей. Подписывайтесь, чтобы ваши дети учились в радости без слез.